Юрий Кирилович, вот короткий вопрос. Есть такие, ну, ценности, я назову, а вы их выстроите в порядке значимости. Ну, для христиан, я так понимаю, что Иисус – это высшая ценность. А вот дальше. Церковь, человек, семья, Родина. Человек. Второе. Семья. А дальше? Ну, дальше уже это может быть ряд большой очень, и церковь. Но Родина – это вообще чепуха абсолютная. Родина – это вообще искусственное предложение. Церковь в этом смысле как вот особая, связанная такой единством веры, единством всех духовных даров. Это почти семья в большом масштабе. Но человек – первое место. Если нет человека, нет ни церкви, ни общества, ни государства, ни семьи, ничего нет. Вы бы не отдали бы, ну что называется, не пожертвовали бы человеком, членом церкви ради сохранения, например, союза? Союз – это то же самое, что и государство. Это абсолютно искусственное образование. Ну, юридическое лицо. Вот это юридическое абсолютно лицо защищает. Ничего не стоит. Ничего не стоит. Потому что вот такой вот пожертвовали человеком, чтобы сохранить союз. Это... Ну, я конкретный пример. Вот один начальствующий епископ заявляет, что если бы мы не выгнали Радкина, мы бы не сохранили союз. Я говорил в свое время, когда у нас были напряженные моменты, я еще был в служении, если так, это был как раз полемический, по-моему, процесс, когда дебатировался закон, тогда мы регистрацию сдаем, и нам не нужна такая официальное юридическое лицо. Мы будем существовать как христиане. У нас главное Христос, и каждый из нас со Христом. А организация – это государство нужно. Это государство нужно. Мы идем на уступки перед государством, создаем юридическое лицо. И на себя берем ненужные нам совершенно обязанности, там, писать отчеты, там, протоколировать свои вопросы, все эти контрольные функции, которые нам они вот нисколько не нужны. А мы их берем, чтобы нам было все-таки, ну, мы граждане. А теперь, когда государство меня начинает ужимать, я говорю, забирайте свою регистрацию. Забирайте, не нужна она нам. И союз нам не нужен.